Принят проект решения президиумом облсовета. В проекте решения сказано, что здание передается, здание синагоги передается иудейской общине. Но, пардон, это не здание синагоги. 70 лет там находится архив. В проекте решения ни одним словом, ни одной буквой не сказано о том, что там находится архив. Но, наверное, логично вначале сдать здание архиву, а потом принимать решение о его передаче. Вот и все. Поэтому вот так вот. И что возмущает, то что ни руководство архива, никак, ни наше вышестоящее начальство в Киеве не поставлено в известность о таком принятии такого решения, о таком проекте. И мы узнаем об этом случайно из интернета. Архиву предоставить для того, чтобы здание с середины 80-х годов в аварийном состоянии. Уже более 30 лет. Вот. А проблемы не сдвигаются с места. То есть это первый наш вот такой вот протест, просто уже терпение лопнуло. Вот ваше руководство говорило, что 9 губернаторов решало этот вопрос. Ну а если посчитать с 80-х годов, то я думаю, что два десятка руководителей области наберется, которые решали этот вопрос и которые клятвенно заверяли, что эта проблема будет решена. Вот отремонтируем здание театра одного, театра второго, театра третьего. Все прекрасно. Это мы точно такое же учреждение культуры, как и все остальные. Проблема, увы, не решена. Поэтому возмущение нет предела. Вот мы здесь.